What are you smoking? We don't smoke. А я заговорил. Ну вот это. Две люки, ну или нет. You broken spot. Нужен учитель, нужен учитель. Пофибл на хард, давай, расскажи. Вверх. О! Рад за тебя. Красава. В живом примере показываем, как это работает. Друзья, всем привет, с вами братья Беспалы. Че, как у вас вообще делишки? Тут новая неделя, у нас новый крутой выпуск. Сейчас Макс чуть-чуть поподробнее вам все расскажет. Для наших старых подписчиков, вы уже знаете этого парня, это Илья. Мы частенько с ним катаемся. И у нас год назад было с ним видео. Это видео круче всего зайдет на лютом контрасте, если вы посмотрите годовалое видео с Илюхой. Потому что сегодня мы провели с ним целый день. Он дал просто говна, ой, стиля. Жару. Жару. И прогресс лютый. Это просто очевидный момент, как Барселона, как окружение людей, атмосфера меняет тебя. Как она тебя развивает? Развивает. Физической прогрессией. И этот показатель будет вам интересно, как кейс чекнуть. Поэтому, досматривая это видео до конца... Поэтому досматривай это видео до конца, потому что мы попробуем научить Илюху новому трюку. Это Fibble Opposite Hard. Мы проверим свои скиллы учителей, а Илюху проверим на внимательность и на желание делать новое. Поэтому не переключайся. Вам наглядно покажем, как это работает. Как работать с беспалами, как беспалы обучают учеников. Ребята, оставайтесь с нами. Всем крутого дня. Это ракета. Полетела. Так, все. Вот такое начало. Встречаемся с Илюхой. Так, Илюха, представься для всех, кто тебя не знает. Мы же наоборот должны так проверить чек этот. А, просто. Не, ладно, Илюха должен представить для подписчиков, которые его еще не видели. Не знаю. Всем привет, кто меня не знает. Илюх, как тебя зовут? Меня Илья зовут. Классно, этот, какими судьбами в Барселоне вообще? Прилетел. Погода хорошая, пальмы. Погода. Пальмы любишь? Пальмы красивые, кстати, вот да. Да, да. Ну, в общем, ребят, как мы сказали ранее, сегодня мы проведем день с этим молодым стильным чувачком, развивающийся прогрессивный боемиксер. И, короче, просто сегодня Илюха будет давать стиль, а мы будем все снимать. Но сегодня... Мы тоже не будем в стороне стоять, будем вдохновлять на стиль. Еще Илюха сказал, что хочет сегодня научиться Opposite Hard 180. Вот, мы попробуем его обучить, научить, закрепить. Да? Такой он будет, постарается, да. Будет примерным учеником и не будет исполнять хероту какую-то, так что все, старайся. Ну, хероту обычно я кем исполняю. Прогноз погоды передаю. На улице градусов 18, солнце жарит, как видите, контраст. Я вон в кофте, без рукавки. Ребята уже на футболках. First clip on the day from Илюха. На. О! О! Топ! Я думаю, этот кадр очень красивый. Хочу запомнить. После трюков не надо. Постоянно. Так. Надо облегчить себе жизнь. Облегчить себе потную капку. Поднимите руку, кто видел от Макса 540. Значит, поставить нормальный руль, и все, счастья нет предел. Вот что значит бобшерпа руль брать. Я
Блин, как я люблю снимать такие близкие лайны, просто такой стриток, прям чисто скейтбординг. Онемела вот тут рука. Крутой пролетик. Для Люки это что-то новенькое, такой он большой не прыгал. Да, хорошо. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Как настроение? Идеально. Как и погода это, да? Ну, совершенно верно. Ну давайте, разминаемся, все кататься быстро. Стрёмно, блин, скользко. Отделался небольшим испугом. А, либо туда, либо нормально съезжаешь. Стритгонка открыта. Я считаю, что отличное начало. Мы следуем на следующий спот. Рад, что я это все сделал. Я сюда приезжал для этой херни, не сделал, забоялся. Ну, молодец, сюда... переборол страх. Что-то просто. Сорочек собираем, пожалуйста. Не будьте мудаками. Я ебать вести себя как дон. Красивый мост. I believe I can fly. Все, Илюха дал цинка, сейчас посмотрим, что. А вот здесь мы получали свои паспорта почти. Сдавали на них. На резиденцию. Так, даем Игорю велосипед, чтобы он сделал айспид с собой. Нормальная руль. Мама, я без палок во влоге! А, да, спот! Только иногда здесь воду льют тоже. На нас уже выливали разочек. Короче, года 3 назад мы здесь катали, и на нас что-то скинули или вылили. Что, давай? Угу. Давайте. Давай теперь мою фишку сделаем, несколько попыток, да? Нет, поедем. О! А я заговорил! Не, все, поехали, не хочу. И блин, чуваки, я же вас не обману никогда, на нас уже выливали, притом это одни и те же люди. У меня в истории было, в меня банки кидали. Да, да, банки. Буквально вчера это было? Короче, банки район Бесос. Макс, ставишь этот инстаклип Илюхи, где банки кидают? Да, да. Это центр Бану. Это все буквально вот здесь, на районе, да, далеко. Да. Это район ну, возле форума, короче. Охуел, шлопайка. Не понять, что откуда, да? Ну, это серьезная хуйня. Там контроля много. Делимся там именно, вот прямо вот здесь. Обожаю это детище. И вот здесь тоже. Залетайте. Группа Telegram, в ней вкладочка на наш чат без крю. А там супердружная комьюнити BMX-еров. Баллы, портал. Все в этом духе. Слишком много, понял? Ладно. Это оно прям ударило. Да, да. Блин! Как наждачка такая. Все, охота.
просто ударился в бок. BMX плюс боль равно любовь. Оп-оп-оп-оп-оп. Лайк за хороший трюк и коммент, если нравится видос. Крис там лютую разминку делает. Динамично вкатал. Так, вообще хотел Илюху вопросами позадалбить. Чуть-чуть. BMX-контент, BMX-контент. Ребятки, минутка внимания. В поисках классного BMX-контента, именно BMX-контента на Ютубе, мы наткнулись на канал Ромы Остапа, Остапчука. Во-первых, это украинец. Во-вторых, это BMX-ер. В-третьих, они снимают крутые, веселые ролики. Я посмотрел буквально парочку, но мою подписочку он уже служил. Надеюсь, ваши тоже. Мои тоже. Смотреть. В общем, шатаут Ромка. Что я могу вам сказать о Роме? Он скоро скажет все сам, потому что он блогер, и его скоро будут знать все. Знаете, пацана, все поддерживайте, подписываемся. Проявляем BMX солидарность, подписываемся, смотрим, ставим лайки, ведь вместе мы сила, BMX сила. BMX уничтожит этот YouTube. Ой, точнее, разъебал. Илюх, расскажи, как тебе год в Барселоне? Ну и вообще, почему, как ты сюда попал? Многим будет интересно, хотя, может, многие знают, но давай расскажешь для тех, кто не знает. Для тех, кому интересно, как я сюда попал, вы можете посмотреть первый влог со мной, как мне подарили велик, я там все подробно рассказал. Кстати, да, мы сняли с Илюхой первый влог, когда он еще был вот такого роста год назад. Может быть. Ну, где-то вот здесь или вот здесь. Да, Макс, ставит обязательно. Второй вопрос. С кем ты здесь из профиков знаком, с кем нравится кататься? С местными или с украинцами или русскоговорящими? Знаком с и местными, и русскоговорящими. Вот. А с кем больше нравится кататься? Игорь, Макс, Яким, многие ребята из местных. Микки Флек. Микки, Симон, Смелка и разные ребята тоже очень много. Которых был очень рад видеть и смотрел их не профайл, и сейчас вижу в жизни и общаюсь с ними. Я... Не верю в это. Ну, да, на самом деле. Прикольно, что в твоем, детстве, в юности, ты уже на таком уровне общаешься тут с профиками, с крутыми чуваками, и видно, как ты люто прогрессируешь за год, формируется у тебя крутой стиль, и я, короче, тут тебя респектовать начал, и да, Петюню. Реально. Спасибо, мы за тобой следим и ставим на тебя надежды. Я думаю, что подписчики очень бы хотели видеть тебя еще трюков. Ты вчера делал в Инстаграме Opposite 180 где-то здесь со ступеней. Может, захочешь повторить? Ну, можно повторить, но может я сделал с трех, могу попробовать с четырех. Давай, если ты готов прям, типа не... Готов? Ну, как сказать? Ничего, давай через меня перепрыгнем. Да. Вау! Это я понимаю. Попить полы. Ну... Все, готов? Я с первого груза. Все, погнали. Смотри, как Макс. Ну если Макс не сделал, Илюх, ты в жопе, походу. Зачем ты такое говоришь? Я шучу, извини, беру свои слова обратно. Пацаны, не мешайте, пожалуйста, дайте трюки делать. Back to back. О, кстати, Максим, неси подарок для Илюхи, ну или не для него. Артур вчера, знаешь, сколько раз этот как-то подъезжал к ней? А он хотел дабл сделать. Он дабл сделал? Да, не сделал. Он плакал, говорит, если я сейчас не прыгаю, тебе 50 евро отдам. Говорит. А может быть он на новом выносе замотивируется? Ну может, короче, там даже на дабл так не запрыгал. Все, кто хочет с нами прогрессировать, учиться быстрее, мы для вас стараемся, снимаем сейчас обучающие ролики. Второй уже выйдет очень скоро, на этой неделе. Но также у нас есть группа в Телеграме и чат, это наше бес-комьюнити, где мы собираем самых лучших, добрых, крутых BMX-еров, которые всегда помогут, выручат советом. Ну и также вы залетайте туда и просите советы, и тегайте нас. Хотите проголосовать за какое-то хауту, которое мы в будущем снимем? Пишите.
пишите хабту, хэштег как сделать. Мы обращаем на все внимание, всегда на связи, поэтому давайте, до встречи в нашем чатике, в группе. Стой, буду делать трючок для своего профайла сейчас. Чуть не наступил этот дерьмо, прикиньте, будьте осторожны, под ноги смотрите. А, он снимает профайл сейчас и задумался сделать гэп и спик во второй кинг. Ой, гэп мэнл, извините. Валрайт на MotoGP. Тут есть такой пенек. Ну вот будет что-то такое. Постоянно смотрю на часы каждый день и в 4:20 попадаю. Это не это ли знак? Не это ли знак? Нет, не это. Аминь. Я на пике. Ребят, кстати, такой вопросик вам. Сколько вам интересно смотреть за процессом съемок, профайлов и так далее? Просто дайте обратную связь. Пиши. Бош. Бля! Так, ладно, Устоич будет делать завтра. У нас на районе на другом споте, который более подходит к этому трюку. Ничего страшного, что здесь не получилось, Сэмби. Если честно, очень нравится вот эта звездочка. Это значок Барселоны, Симоновская. Кажется, что как будто бы я себе такую куплю, скорее всего. Nice one, bro! Хорош, сейчас посмотрим. Красава. Вы посмотрите на последний трюк Илюхи. Слайд, а как я подлез. Муа. Кстати, мы первый раз на этом споте, на задроченном. You broken spot, bro! Ладно, фибл был, но все, блин, ни одной мимо не проехал. Было последние 5 трайлов, на третий сделал, да? И 5% батареи, я не следил за ней, спасибо, что не села. И через 5 секунд после того, как я сказал, что, блин, слава богу, камера не села, камера бежит, низкий заряд, выключение. Видите, это судьба просто. Ну, судьба, я дал тебе последние попытки, сделал, камера выключилась, значит, можно ехать. Дальше. Илюхе надо там еще доделать трючков. Илюхе бенгер, техно бенгер надо. С этой гранью все вы, наверное, знакомы. Это лучшая и самая идеальная грань, наверное, во всей Европе, а может быть и в мире. Илюх, зачем ты это делаешь? Мое уважение. Вторая, третья попытка? Вторая. Вторая. Нужен учитель. Так, опа, фибл на хард, давай, расскажи, ну, Люк. Давай, покажи, как ты делаешь, будем исправлять твои ошибки. Я снимаю внимательно. Вот, так, смотри, вот ты сейчас так ехал, у тебя вот была дуга, вот дуга, ты так спрыгнул. Тебе нужно вот эту дугу, но ты руками ведешь в бок, но ты не делаешь бок движения, ты тянешься вверх. Получается, ты тянешь все вверх руками, но руль у тебя по дуге идет. Получается, вот так вот.
вытягивать руками, плечами. И это ты должен делать, когда на 90. Когда 90 рубеж проходит, ты толкаешь ногами и жопу. Короче, Люка должен сначала закрутиться, чтобы понять... На 90 хотя бы. Вытянуть и лететь. Хотя бы на 90 вытянь. Потом уже будем дорабатывать движение ногами и жопой вниз. Правильно, только сильнее, да. О! Илюха очень хорошо все делает, но у него дуга появляется, потом выравнивается и все. Он должен дуги сделать. О! Хорош! Давай, все делай. Испугал меня аж, блин. Главное, что пацан-то шарит, что такое дуга. Молодой уже все понимает. А если ты еще не понимаешь, то скорее наши обучалки. О! Давай, Люх! Приятно, когда получается. Иди сюда. Рад за тебя. Красава. Блин, ну я думаю, что на этой классной ноте мы будем заканчивать влог. Илюх, что скажешь, как тебе день? Чудесный. Ставьте лайк, день, подписывайтесь. К сожалению, Илюха третий день катается или какой? Ну да, ну, сегодня ему было чуть сложнее, но, блин, мы гордимся, что ты научился трюк. Да, спасибо большое, пацаны. На живом примере показываем, как это работает. Заходите к нам в телегу, в чат, советики даем. Илюха там тоже сидит, может посоветовать, да, да. Кстати, и вам что-нибудь. Один из самых заядлых переписчиков там. Пишет постоянно что-то, общается. Подписываемся на инстаграм Илюхи, ставим коммент, лайк нашему видосу. Увидимся уже буквально на следующей неделе. Не прощаемся. До новых встреч! Всем удачи, всем пока. Смотрит у нас. А, косяк же у вас аккуратно. Да, да. Сейчас будет опять. No hablo español. Bioma. English? Yeah, better. Okay. What are you smoking? We don't smoke. Look, listen. Mm-hmm. Just a half. Okay. We won't search marijuana here, but you have to pick up and go away. Okay? Okay. Okay. Yeah. Вот это о том, о чем я говорил. Типа яйцо кидают. Немножко позже, назад. Бабка пройдет копом.